Жирабасик. Всем привет, мои хорошие, с вами The Epic, и мы продолжаем играть в хоррор Doorways, The Underworld. Господи, я продолжаю ужасаться вместе с вами. Посмотрите, это тот самый монстр, который нас преследует. Чертов гребаный инвалид, чтоб тебе ноги-то, вернее, эти палки с колесиками, кто-нибудь-то взял и обрубил. Слушайте, а это идея. Почему наш герой ничего не может взять? Почему он может только позволить загнать себя в тупик, а? Ладно. Вот-то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 ! Беги! Беги от него, сучёныш! Господи, я тебя умоляю. Оно же не в силах догнать тебя. У тебя же две ноги. What? Господи, что происходит? Ай! Бедняжка. Походу, он сильно ударился там. Уиллер, это было последнее, что толстый кусок плоти и крови сказал перед тем, как заползти в мое сознание и появиться в моем уме, снова и снова пытаясь разорвать меня. Это было, в конце концов, его единственным способом борьбы с пытками, которым он, господи, развергался. Посмотрите. Какая жесть, это этот парень был, получается, нам показывается, да? Господи, зачем делать эти эксперименты гребаные? Где мы? Что с нами происходит? Ах. Бедняжка. Вставай, мой хороший. Где я? Фу, 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 какая-то жижа. Может быть, еще какие-то токсичные, я не знаю, вау. Вот, так и надо было, Женька, вставать. Угу. Что это за место? Что-то Outlast дико напоминает. Ой-вей. Здравствуйте, скелетики, здравствуйте, маленькие. Блин, ребят, ну серьезно. Outlast напоминает. Я не знаю, какого хера нам еще. Вау, предстоит ожидать здесь. Я нифига не вижу. Совершенно ничего не вижу. Только ориентируюсь на эти красные фонари и зеленый какой-то свет. О, господи! Посмотрите! Сколько здесь людей было повешено! Одни кости остались. Как они вообще еще держатся, а? Вот вопрос у меня. Это что такое? Фонарик! Фонарик! У нас будет фонарик! Господи. Так радоваться из-за фонарика это только Вика может. В хоррорах. Ну да. Спасибо, дружбан, за фонарик. Ну, тебе он уже явно не был надобен. Без надобности, вернее, вот так вот. Так, у нас какие-то... проточные трубы, большущие. Похоже на канализацию, да, горе. Так, подождите. Мы вроде бы оттуда вышли, да. Наше место приземлено. Вот почему я сюда не шла, потому что здесь не было нифига видно. Так, ничего. Не знаю, может идти помедленней. Опс. Ну, блин, какого хера? Из-за фонарика и так нас будет везде видно. Зачем мы сюда упали? Как мы будем выбираться оттуда? Я не знаю. Здесь есть какая-то крутилка и конвертица, и есть листок бумаги. Давайте прочтем. Я достиг комнаты без входов и выходов. В бешенстве я начал вертеться, изучать окружающую обстановку, искать источник того звука, который существовал только в моей голове. Эта мелодия была словно страдание, которое медленно начинало уничтожать меня, уводить в безумие, пришедшее из глубин. Полностью доверяя своим инстинктам, я начал отчаянно молотить кулаками по бетонному полу. Постепенно один за другим кусочки стали откалываться, открывая туннель.
Только сумасшедший отважился бы проникнуть на территорию, которую сама доктор бросила по какой-то причине. Но у меня не было выбора. Конечно, именно нам приходится с этим дерьмом справляться. Это по-прежнему не вертится, не поддается. Ой, господи. Фух, на улице был какой-то крохот, а я здесь чуть не наложила кучу кирпичей, мать вас, за ногу. Надеюсь, это было не в игре. Реально же, да? Кошмар. Господи. Есть, есть, есть. Мы достигли какой-то двери. Ладненько. Ну да, конечно, ты закрылась и больше не откроешься. У нас с вами выбор. Так, давайте пойдем прямо. Так, туда падать я не горю вообще желанием. Никак. Поэтому давайте топать направо. Вернее, ну если оттуда с двери, к которой мы вышли, направо. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Ой, ждет нас здесь какая-то бестия. Я прям чувствую своей пятой точкой. Так, вижу. И что ты хочешь, чтобы я сделал? А ну, инвентарь. Ох, инвентарь вот здесь вот, да. Что-то я забылась, призабылась. Так, хорошо, здесь у нас нифига нет. Ой-ой-ой. Не надо меня так пугать. Нам надо найти какую-то хрень, чтобы туда вставить. Походу, там дырочка такая была. Угу. Ну, ребят, согласитесь, напоминает Outlast. Вот как ни крути, вот там тоже были такие. Ну, просто там было очень темно, и там был большой свин какой-то. У-у-у. Есть, вот крутилка, вот именно, да. Ее, фу, какие-то кишки, я не знаю, что это такое. Фу! Ну, на камень явно не похоже, ребят. Ну, я не видела таких камней. Что бы вы там ни говорили. Так, здесь у нас тупик. Господи. Это музыка. Это музыкальное сопровождение. Это просто бомба, я не знаю. Нигде я еще так не пугалась, как здесь. Ну, Outlaw за исключением. Ну что ж, блин, мне стрёмно. Хотя я, ну, понимаю, что это игра и все дела. Но тем не менее. Так. А подожди, подожди. Ай, как я делала? Все, вот это нам надо. Давай. Вставляй. Крути. Кручу, верчу. Что-то сделать хочу. Ой, не нравится мне это. Таким образом мы будем наполнять тот бассейн. Я не знаю зачем, чтобы переплыть, видать, потому что прыгать туда не хочется. Ну а плавать-то здесь тем более. Фу, 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 какая-то ржачная, или какашки плавающие. Боже ты мой. Ребят, у меня реально плохое предчувствие. Ладно, была не была. А-та-та-та-та, плыви, 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 моя прелесть, плыви. Выплывай. Давай! Хух, вылез. Фу, ты теперь воняешь какашками. Блин, у меня сердце ёкнуло. У меня ёкает сердце, блин. При каждом таком звуке. Я манала это в это играть ночью. Но вам почему-то советую смотреть это ночью или темным-темным вечером. Туда пока не хочу, не знаю, может быть, мы сможем там с вами задохнуться и умереть в конце концов. Поэтому давайте мы потопаем вон туда. Идем туда. Фу, господи, сколько бочек. Реально какие-то химикаты, токсины, я не знаю. Так, вижу, вижу, у нас здесь есть. Хватит меня пугать. Гребаная эта музыка. Далее от других туннелей я наткнулась на странную комнату. Это был банкетный зал перед камерой с дверью Зоди. Какой-то довольно-таки странный банкетный зал с камерой. Вы так не находите? Это было странно, хотя мой желудок по-прежнему крутит всякий раз, когда я вспоминаю ту картину, которую опишу.
Я должен сказать, что испытал чувство облегчения. Сколько времени прошло с тех пор, как я наткнулся на что-то безболезненное? Так, я надеюсь, это у нас была одна записочка. А, нет. Прямо перед моими глазами на огромном деревянном столе присутствовали следы заброшенного банкета. Множество остатков от теперь абсурдного количества гнилой еды. Все эти отходы были покрыты густой жидкостью, больше похожей на слюну животного, которое выделяло отвратительное зловещее. Это было невыносимо. Господи, боже ты мой! Какое же чудовище будет у нас в этот раз? Не было никакой ошибки. Эта еда была выложена для кого-то или чего-то. Пожертвована и человеческого. Ёлки-палки-то, а? Всё, больше нет, отлично. Хотя что здесь отличного-то, а? Я не знаю. Ай-яй-яй. Значит, что-то хранилось в этих контейнерах. Для кого-то. Фи. Так, хорошо, здесь мы с вами переплыли. Понятно. Значит, у нас есть один единственный выход отсюда. Это же, конечно же, плыть по низом что-то. Так, здесь нет ничего. Даже пройти толком не можем. Ну ладненько, ладненько. Тогда погнали вон туда. Хлеп, 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 хлеп. Ныряй! Я не знаю, сколько мы сможем с вами здесь продержаться под водой. Хотя нет, все. Фу! Теперь ты больше пропах какашками. И всякой заразой, вонючей, ржавчиной. Фу! Ах, просто представьте, вы такой мокрый. Никакой, просто вылазите из этого. Какой вообще нормальный человек бы послал бы сюда одного парня? Объясните мне, пожалуйста. А? Да. Ну, естественно, там заперто. Да. Отлично, вижу два вентиля. Это, видать, мы там. Господи, боже мой. Здесь у нас водичка. Там какая-то хреновина. Так, нам, короче, вон туда. Ну, будем смотреть. Чё, как? Как-то он быстрее начал шагать, вам так не кажется? Так, обратно нам нужно два вентиля. Найти. Вставить. Прокрутить. Хорошо. Так, оттуда мы пришли, идем туда. Замечательно. Фу, мы ж такие вонючие. Ох. Все-таки это сумасшествие. Даже какие бы бабки за это не платили, ну, все-таки это... Ого, какая длинная. Да ну нахер. Все-таки, ну, блин, я за никакие бабки реально сюда не пошла бы. Оп, а ты что-то у нас застрял. Застрял в скале. Угу, здесь кого-то вырвало. Либо же это эктоплазма. Ой-ой-ой. Зачем меня так пугать-то, а? Это, походу, у нас нычка была, да? Обратно застрявший. Господи, ой. У меня сердце ёкает, я не знаю, мне стрёмно. Ну, вообще, надо вон туда, походу. Я не знаю, я уже запуталась, ребят. Я уже конкретно запуталась. Мне вообще не хочется в это играть. Все, фу. Ага, там тоже есть. Так, замечательно. Давай читать. Эксперимент 11, день 1. Третья обработка препарата готова. Ух, в отличие от предыдущих вариантов, степень и продолжительность повышения аппетита увеличилась в
трое. Я начну дозирование на пациенте 12.01 сегодня вечером. Эксперимент 11, день 2. Сейчас раз я должен сосредоточиться на растяжках, повисшихся у пациента в результате быстрого роста жира. Ну, ребят, реально, этот Outlast, ёй. Уже было 2 случая разрыва живота во время последних экспериментов. Какой ужас. Вполне возможно, что 12.01 получит обширные повреждения в связи с насыщенностью препарата. Господи, они его откормили просто. Эксперимент 11, день 23. Это удивительно. Повторные дозы препарата вызвали у пациента чрезвычайный аппетит, который повредил его более высокие функции мозга, так же, как речь и рассуждение. Это как если бы его основные инстинкты взяли бы над ним контроль, таким образом нарушая его волю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ребят, мне это совершенно не нравится. Мы нашли первую крутилку. Так. Господи. И вторую сейчас будем где-то искать. Хорошо. Блин. Не знаю, стоит ли опасаться здесь кого-либо. Либо еще рано. Но, походу, у нас будет весьма такой большой мужичок. Мужичок. Так, здесь ничего. Я сомневаюсь, что отсюда мы вышли. Мне кажется, туда мы будем с вами бежать. Хотя... Эх, не вариант, здесь тупик. Слышу какие-то противные звуки, помимо этого хлюпания. О, фу, безобразие какое. Монстр! 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 Господи, в жопу иди! Парень, какого хера? Какого хера? Вы видели его? Вы видели эту тушу? Топ, топ, топ. Масенькими своими носиками. Воу. Здравствуй. И пока-пока, сики. Нихера себе, сколько же он жрал? Ах-ха-ха-ха-ха, он идет за нами. Блин. Он, по-моему, этих бедолаг людей просто вот взял, присоединил их к стене своим жирем, просто облокотившись. Мне так кажется. Так, давай. Крути, 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 моя пролезть-то крути. Да-да-да-да-да-да. А это придет большой жердяй и укусит наш... Ага. Так, иду же обратно таки к нему навстречу. Стрёмная тушка довольно-таки большая. Большая, уродская, жирная туша. Блин, вот это ты сожрал, парень, до хера. Ай-яй-яй. Ну, наверное, туда, откуда он пришел. Мне так кажется, почему-то. Та-та-та-та-та-та-та. И нифига же еще не видно, хоть у нас есть фонарик, но все равно плохо видно. Я не вижу, чтобы он сюда повернул. Вот это... Вон его гляськи. Вон его маленькие крохотные синячие гляськи. Зато он какой большой, а? Мясо. Большая тушка мяса. Иди ко мне. Ты ж хочешь меня сожрать, да? Господи, все трясется. Давай, топай. Ты топаешь? Парень. Куда он исчез? Куда он, мать его, исчез? Ой, ну тебе в сраку, а? Я поняла, он не хочет выходить на свет. Ладно, пойдем другим путем. Нам надо еще одну крутилку. Мы сможем с вами пройти этот кусочек.
Я надеюсь, он не умеет этот тпхаться. А то мы даже с вами присесть, заныкаться не сможем. Разве что в этих трубах, которые я заметила, редко здесь попадаются. Вот, например, вот это вот туда. Ну, давайте рискнем, попробуем его заманить куда-нибудь, я не знаю. Я уже потерялась. Ей-богу, ребят. Ага. Здесь мы были. Хорошо. Серьезно, как-то потерялась. Они какие-то неприкольные, эти туннели. Уже, блин, уже показывали бы путь. Куда, как мне двигаться. Дабы забрать второй винтель. И... Ладно. Пройдемте с вами дальше. Ах. Прямо. Мы там вроде бы с вами еще не были. И там, по-моему, эта тушка ходит. Ай-та-та-та-та. Тушечка. Жеребасик. Где ты ходишь? Жеребасик. Интересно, мы сюда можем идти? Ключ надо! Ключ надо! Жеребасик съел ключ, мне кажется. Господи, представляете, у него вот живут. Ой, жеребасик, а? Посмотрите на него, вот это огромный просто. Ладно, предлагаю его оставить в покое и побежать. А прикиньте, вот у него на попе там ключи там пах-пах-пах болтыхаются. И нам, короче, надо будет их взять, да? Господи, вот эту веки фантазии разыгралась. Музычки какой-то, я не знаю, не хватает веселенькой. А то вообще что-то... уныние. Жеребасик. Ну, вон оно. Падла, завернула. Господи, все стены шатаются. Ключик надо, жеребасик. Ключик. Нет. Фу, плохой жеребасик, плохой. Я не хочу знать, что будет, если он нас настигнет. Он нас сожрет просто. Мне так кажется. Чё, тяпаем. О, боже ты мой. Жеребасина. На-на-на-на-на-на-на. Куда ты повернешь? Вон она. Да иди ты, иди. Фу. Плохой. Вон оно, щерака. Блин, урод. Урод. Знаете, что мы сделаем? Я просто пойду и утоплюсь нахер. А что нам позволяет? Вон туда не позволяет-то прыгнуть. Хопа. Все. Раз один винтель нашли, второй нет. Значит, будем купаться в какашках. Давай, мой хороший, все будет прекрасно. Вот мы с тобой выберемся. Все. Фу. Там какашечки пускай плавают дальше. Как классно, что у нас наконец-таки есть фонарь, ребята. О, ключик. Наконец-таки у нас есть ключ с вами. Все-таки не надо было там долго нудно ходить. А мы сами вышли до... Да ты иди в жопу! Зачем закрывать это? Ой, топай. Ну чё? А? О, посмотрите, у него прям куричья какая-то нога.
Г-г. И чё? Какая забава. А! Нет, не забава. Вырубил нас. Ладно. Я поняла, где эта сучка будет. Ладно. Все, все, все. Все, куричья нога. Куричья ляпка. Посмотрите, реальная курица какая-то. Ты что, а что с твоей той стало? Не-не-не-не-не-не-не. Господи, посмотрите, у него реально кровь из живота течет. Господи, это ж сколько надо было жрать? Ужас. Ах, ты ж сволочь-то такая. Побежали, побежали, побежали. Блин, оно реально бежит за нами. Не хочу даже знать, не хочу даже видеть. Блин, по-моему, не туда побежал, не в ту сторону. Ну и что, у меня здесь тоже есть. Куда можно спрятаться? Так, у нас есть ключ, 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 ключ. Нету вентиля, поэтому мы бежим там, где у нас есть двери. Двери, двери, где-то там, по-моему, в конце, нет? Ах, я уже не помню. Ай, ребятки, не туда побежала, по-моему. Ах, ничего, сейчас разберемся. Так, где эта грёбаная комната? Тише. Вон там, по-моему, да? То есть нам вон туда и прямо, прямо, прямо. А, вот, вот, вот она. Давай, давай. А, давай, ключ, 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 ключ. Дерзай. Открывай. Забегай. А закрыть не хочешь, нет? А, вот и наш второй вентиль. У-ху-ху. Что ж, побежали мы. Побежали вертеть дальше. Боже мой, даже не хочу знать. Фух. Какое-то странное дохрена урчание было. Давай, давай, юзай. Все, теперь можем спокойненько с вами проплыть. Так, мы сейчас здесь, нам надо как-то прям побежать. В какую сторону? В какую нахер сторону? Вот эту, наверное. Боже, не ту сторону. Фу, кровожадная тупица. Все, побежали. Ого, вот это он побежал. Вот это у нас догонялки. Слушайте, он реально понял, что все. Вкусняшка уходит. Надо бежать. Надо бежать. Надо бежать, 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 бежать. По-моему, туда побежала. Хап. Хе-хе. Хренушки. Прощай, голомозый ублюдок. Прощай, жирная тварюшка. Есть! Куда мы этот раз с вами забредем? Хапи! Хапи! Давайте немножко пройдемся, блин, все-таки интересно. Какая хреновина будет на этот раз? Что-то здесь явно недостроено было. Посмотрите, какие-то материалы. Все строили, пытались как-то привести в порядок, а нет, не сработало. Проходик дальше. Господи, какой он узенький и длинненький. И что-то не совсем нехорошо. Зато здесь же жердяй душу не пройдет. Вау! Нет! Нет, фонарик! Не сдохай, я тебя прошу, пожалуйста. Бог ты мой, мне кажется, жопа, 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 жопа. Все, сюда добираемся и нахер, нахер, нахер я убираюсь. Все, у нас какие-то токсины. Охренеть, осторожно, опасность отравления. Ну что, мои прекрасные, я на этом приостановлюсь. Спасибо за просмотр, за ваши комментарии, лайки. Я вас очень люблю, надеюсь, вы это смотрели ночью.
и пугались вместе со мной, убегая от жиробасика. Вот, и... Да. А, вход назад. Войти назад мы не можем. Угу. Можем только с вами вот утопиться в этой жижечке. Ну что, мои прекрасные, до скорой встречи. Пока-пока.